видимо, не успеваю записывать страницы своего видеодневника. Сегодня еду на съемки в отблески. Вначале в Петербург, там посадка на автобус и Пушкин. Московская. Фонтаны. Все-таки ирония в этой жизни существует. Судьба шутит. Я сегодня в киношке снимаюсь. Ну вот, на Московской собирались. И всегда обычно ехали в Пушкин. Да, то есть... А сейчас смотрю, там часть народу едет с Балтийского вокзала. А потом смотрю объявление в городе Гатчина, да, набирают актеров массовых сцен, массовку. Да, и получается, что я из Гатчины ехал в Петербург, чтобы сесть на автобус вместе с другими актерами и ехать снова в Гатчину. Ну, кстати, в заявке в моей анкете, если внимательно почитать, написано о том, что я из Гатчины. Но, видимо, ее никто не читал, а о том, куда мы едем, не всегда знаем. Еду в Гатчину. Хотел пройти, но на пути рыцарь. Пятый час утра. Ух, холодно. На улице-то. А надо идти туда, идти еще работать. Более 18 часов съемки уже. Ну все, отснялся. Там караван стоит. Гатчинский дворец. Расцвело. 5 утра, а может быть уже 6, я что-то на часы не посмотрел. Практически 6, топаю домой. А ребятки в автобусе, кто-то там, с меня опять требовали, чтобы я усы сдал. Там, ну, просто другой ответственный, мега ответственный актер, который: вас гримеры ждут, вы усы не сдали. Я говорю, снимай. Вот. Вообще, Гатчина красиво. Утром, когда все спит, в моем юном возрасте в Гатчинский парк было проще попасть, чем сейчас. Ну, вот так вот оно бывает нынче.